Кычык-кысчыклар кукла ойнамага севелер. Бу энди деверлерден кечкен адеттер. Асырлар бою шу ойынжакнын япылып услубы вакытка. Вакыт адетлерине бойсунып, ойс кыяфетыны деныштырген. Бу күнде кукла эмсевимли ойынжак эмде эвимизны яраштырган хатыралык. Демек, озюнже санат эсерине чеверилди. Для меня искусство – это, наверное, все-таки внутренний мир. То есть вот как человек, на что он предрасположен, да? У нас у каждого сидит вот что-то внутри. Просто мы не знаем, когда это проявляется. Это вот состояние души. То есть вот это искусство, оно именно выплескивается у нас вот духовно. Бүгінгі раз программасы балалық дүниясына алып кетеджек. Ве гүзелден гүзел коклачықны япачақ. Кукла дүниясы бек гүзлі бір шейдер. Шу ойынжақ адам кеби. Оның ось табиат чызгылеры ве кыяфеті бар. Зиманеви вақыт куклачыкларның чешіті яратма услюплері пек чоқ. Кукла япқан усталар да оз ижадына инжелікні кірсетмеге тырышалар. Базылары шу ойынжаққа милли колоритні кірсете. Дигерлері ісе Европа шекліне яқынлаштырып, мод Олмасыны истелер. Куклами я занимаюсь где-то 2,5 года. Я родила последнего, 4-го ребеночка, и мы ждали девочку. И дочке на просторы интернета, как банально, да, это будет сказано, но мы увидели кукол вот такого вот плана, и мы захотели ее приобрести. Но так как мы не знали, что, как и куда обращаться, где, и мы решили ее сами попробовать с дочкой шить. На тот момент моей дочке было 11 лет. Мы нашли ткань, шили, не было у нас волос, то есть это трессов. И я начала потихоньку искать информацию и пришла к тому, что я увидела всех вот этих вот кукол и начала их просто шить для детей. Существует очень много техник, и каждая кукла, она по-своему уникальна и красива. А любой мастер, который создает эти куклы, он туда вкладывает свою душу, он вкладывает свое настроение, свои эмоции. И, естественно, она каждая красивая, у каждого мастера красивая. Здесь, наверное, в зависимости от техники. Я пришла именно к вот этой технике, и мне кажется, по мне, наверное, это именно то, чтобы ближе к реальности, к человеческому образу. Вот такой вот стиль куклы, это стиль куклы Татьяны Кане. Он более детский, создан для детей. То есть здесь также снимается одежка, чтобы ребенок мог развиваться, снимать одежку, переодевать, там, расчесывать волосики, делать прически. Эта кукла у нас более интерьерная, так сказать. Она создана более украшать дом, наверное. Встречать гостей своим видом и провожать, естественно. Это более интерьерная, а это для детей. Кукла яратмасы – пек мераклы, вече бербер процесс. Истидату устага о тюрлюте сурат багышлай. Создание куклы – это, наверное, скорее всего, наполнение моих ресурсов. Так как я находилась в декрете и долгое время сидела дома, да, и вот это вот быт нас, как обычно, поглощает, мне нужно было чем-то восполняться, чтобы мои дети видели маму всегда с улыбкой. И это именно тот вариант, где я получаю вдохновение, я расслабляюсь, у меня рисуются в голове какие-то образы, я пытаюсь создать какой-то образ. Не получается в целом тот образ, который мы себе представляем. Каждая кукла, она по-своему уникальна, она капризна. Бывают такие моменты, когда кукла капризна, когда она просто не хочет, она не идет. И, наверное, в этот момент зависит наше настроение. Вот. И когда, естественно, садишься с хорошим настроением,
Вот. Ты и сама восполняешь, и вся вот эта красота передается на вот этот образ. Крым-татар куклачығының тарихына далсақ, мераклы малюматны таба білеміз. Иш шундаки, ислам динінде жанымы махлюкларыны тасвир етмеге ясақ етілген. Шунын үчін, эчдатларымызның куклаларында беті олмаған. Амма бу делел картаналарымызға ве уларның аналарына севімлі ойынжақларынен ойнамаға ичкедер етмеген. Олар читалы бет деген кукланы япқан бар. Беліки, яны доған бузав кімерде инче читада доға. Бузавчықның читасыны кунеште курытып, балачықларға бергенлер. Кызлар оны тюзку шеліклерге кескен, бияз безінден ісе тюгерек япып, ічіне уч яда беш капықны койған бар. Оның бір тарафында таячық бағылап, бойынны әткенлер. Башка тарафында кереклі түсте кейіплернен қаш, бұрын ве көзлерні япқан бар. Ичіне ісе памук койып, бетке қабары қылық бергенлер. Қызыл токумалардан янақларыны қызартқан бар. Бетіні ісе шучитаға сарып алған бар. Сонра куклаға қолар, аяқлар ве беден тіккенлер. Егер кукла қызчық олса, қыз антеріні. Оғлан олса, оғлан антеріні япып кейдіргенлер. Қараманымызның ойынжақларында ачайып әдетлеріміздің ұнсурлары раст келе. Кукланың қияфетінде түслер біле өз манасыны таши. Почему она в зеленом? Я видела ее изначально девушкой. То есть раньше незамужние девушки у крымских татар, они одевали зеленое платье. И то есть, естественно, парень, которому она нравилась, он знал, что она не замужем, и к ней можно послать сватов. А замужние женщины одевали красные платья. А те, которые как бы еще и не засватаны, нет, они просто ходили в желтом и носили платья у нас из велюра, состоялись из бархата, атласа. То есть я поэтому вот это все это учитываю. Адетенджи, эрпыр ишнын ойс кыйынлыклары бар, амма истедатуы эллерге бэршей кедер этмей. Самое сложное в процессе работы это опять-таки лицо. Лицо и пальчики. Лицо нам рассказывает о многом. Здесь самое сложное, это, наверное, будут, скорее всего, бровки. То есть бровки, они показывают нашу эмоцию, насколько они будут расположены. И самое сложное создать именно, знаете, возраст куклы, потому что есть там определенные хитрости. То есть если мы хотим создать ребенка, нам надо добавлять щечки. Если мы хотим создать девушку, мы добавляем щечки, но уже не в таком количестве. Если мы хотим уже создать совершенно взрослого человека, естественно, мы... Ну, то есть это и называется скульптурная работа. Поэтому вот сложно это лицо. Именно сделать профиль правильным. Диана Усманова, ось куклаларыны... Ақиқатен өзгеуін япмаға тұрыша, ойынжақ япылмасының өз инжіліклері ве қысымлары бар. Келіңіз, оның сырларыны білейік. Стиль называется скульптурный текстиль. То есть это используется техника метода валяния. Все делается из ткани. То есть основная ткань – это хлопок. Вся кукла она создана из натуральных тканей. То есть используется хлопок, трикотаж. Это все основные волосы у нас. Верблюд, коза. Вот. И выкраивается форма головы из хлопка. Набивается синтепоном, а потом уже создается также методом валяния, создается форма, добавляются щечки, носик, и у нас, естественно, получается вот такое вот личико. Самое основное, как я уже говорила, это голова. На голову идет очень большой акцент. Волосы у нас используются
То есть не методом пришивания, а методом парика. То есть делается парик. И если рассмотреть их вот поближе, то можно там увидеть, как человеческая форма волос. То есть нету никаких швов, их можно расчесывать. И поэтому очень много времени уходит только именно на основу головы. Вот. Ручки у нас состоят из шарниров. Здесь вот видно шарнирчики такие. То есть это для того, чтобы можно было в разную позу как бы, да, посадить куклу. И так как вот она татарка, естественно, я учла тот момент, что можно делать пальчики. То есть это вот, вот такое вот движение пальчиками. Здесь у нас и пальчики двигаются. Ну, недели две, да, вот так вот она создается. Кокла кызчыкның ілк досту. Бұнен бірабер зиманви вақытқа бойсынған ойынжақ ой сайбесінде үслюб дұйғысыны шекілендіре, модаға авеслікні сындыре. Губы и все щечки – это уже идет тонирование. То есть это метод тонирования, наносится определенный тон на губы, на глаза. Мы выделяем часть век, мы подчеркиваем бровки, подчеркиваем щечки. И, естественно, создается общий образ. Также мы можем, знаете, корректировать, наверное, улыбку или грусть вот этим тонированием. Это все вот, вот такая вот работа. Бұйықлер кукланен ойнамай, ама көргеніңіз кебе өз әлерінен ярата біле, она образны ұйдура. Қадын қач яшында оқсады, гонлөнде ой әббір қадын, ве бұнен әршей, анылайшылы.